Глава региона Евгений Савченко назначил новых заместителей. Вице-губернаторами стали Наталья Зубарева, ранее занимающая должность замглавы Староскольской администрации, и Наталья Полуянова, которая занимала пост руководителя администрации Карачанского района. Они будут курировать, соответственно, социальный блок и сферу образования. В Волоконовском селе Шаховка открылся социально-культурный центр. В нем разместились клуб, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт, которые оснащены самым современным оборудованием. Четвертый фестиваль «Бирючинская ярмарка» собрал в Красногвардейском районе мастеров со всего региона. Как и несколько веков назад, купить в этих торговых рядах можно было все.